Мы сегодня начали наше мероприятие по подъему. Я рад, что пока у нас идет все в плановом режиме. Происходит выкренивание судна на ровный киль. Существенно, если было утром начали с процентов 80 крена, сейчас мы видим, что процентов 45. Планируем еще продолжить выкренивание до 30 градусов. Дальше пойдут следующий этап работы. После этого начнутся работы уже в более таком прогнозируемом режиме. Но я рад, что те работы, которые предполагали сделать, были сделаны. Они принесли очень ощутимый успех. Еще рано говорить о полной победе, но я уверен, что это начало того, что мы выполним поставленную задачу перед городом. Я уверен, что городской штаб совместно с Министерством города и, конечно, с Юрием Габанковым, который, в принципе, дал новый старт этим мероприятиям, нашел средства. Я думаю, что при профессиональном подходе мы выполним поставленную задачу и уберем наконец-то этот бесхоз с наших плеч.